Центр безопасности у лицея МНС и Гомельское областное управление запустили серию онлайн-трансляций научных тренингов. Воротовальники ведут прямые эфиры из разных локаций. У официальных аккаунтах яны рассказывают и показывают, как выкликать экстренные службы, что робить у выпадку надзвычайной ситуации и как оказать первую допомогу. Доведаться об раскладе занятков можно в официальных группах у социальных сетках. Так само воротовальники проводят виртуальные экскурсии. Ближайшее запланировано на 17 мая по одной из пожарных шастей Гомеля. В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних» спасатели используют новую инновационную форму работы с детьми. Посредством сети интернет проводятся виртуальные экскурсии в центре безопасности. Для тех, кто не может добраться в центр безопасности, можно с любого уголка нашей Гомельской области выйти и посмотреть прямой эфир, в котором специалисты в области безопасности жизнедеятельности проведут онлайн-стримы. Это может использовать и педагог ОБЖ для того, чтобы со своими ребятами рассмотреть какую-то одну из тем учебного курса, а также родители, заинтересованные в безопасности своего ребенка. Так само областное управление запустило новый проект «Фрисби безопасности», открывая его 4-минутное видео об семейном вольном часе. Головные герои – семьи сотрудников МНС, которые рассказывают и показывают, чем можно занять детей и как провести час с корыстью для всех. Воротовальники Гомельщины запрошают жыхароў региона протягнуть челлендж и снять видеоисторию об своих семейных захоплениях.